Как снять длину цепи управления? Зачастую это будет следующим образом. От общей высоты изделия, она у нас 1400 мм, отнимаем 10, это просто свободное место, и 10 где-то примерно еще отрез. 1400 минус 2 дециметра, получается где-то 1200 мм у нас составила длина цепи. Но бывают случаи, к примеру, когда у вас изделие висит где-то высоко на каких-то окнах, а цепочку вам нужно сделать до низа, чтобы удобно было управлять, не лезть, ставить стремянку за ней. В этом случае длину цепи укажите, чтобы вам было комфортно ей управлять. Ничего сложного. Спасибо.